Итак, господа, всем здравствуйте. У экрана находится химик. Сейчас прибудет мой сокастер. Замечательный, прекрасный. Зовут его Торстейн. Я думаю, его многие знают. Сегодня у нас матч к нашей академке против команды Платун. Вот. Играет у нас Zero TV на первой карте. ПВПТ-шечка нас ждет против Дмитра на Сайберфоресте.
Тарстейн играет ТВТ, также мой сокастер, против Сергея на карте Ньюри Погнаси. На третьей карте у нас играет Оригами против Дрим Арта на карте Кингс Коув. И на четвертой карте играет Мермикита против Коина на карте Автоматон. Ну и разумеется, по стандарту эйс матч пока не выбран и не знаем, будет ли он, но надеемся, что будет что-то интересное и посмотрим на жесткую зарубу. Итак, наберем пока нашему замечательному товарищу Тарстейну и подождем. В игре мы уже находимся. Попробовал запустить для вас рекламку, и я думаю, что она вам понравилась. Поэтому такое. Надеюсь, что понравилось, конечно. Могу еще запустить, давайте еще. Заодно, как говорится, и мне будет легче обрезать все это дело. Рекламочку посмотрели. Киберлес, карта готова. Ждем Тарстейна. Сейчас мы напишем внутри игры. Так, прими звоночек. Вот, и смайлик классный. Обязательно классный смайлик. Со стороны Платунов кастит Адвент. О, да, да. Что я сказал? Со стороны Платунов кастит игрок с ником Сакар. Вот, так что такое. Приветствую. Здравствуй, Тарстейн. Здравствуй. Будешь сакастить сегодня? Шучу, конечно. Отлично, ну ты в эфире, так что я пропустил рекламку. 11 зрителей у нас с тобой. Зрители. Так, слышно тебя отлично. Очень хорошо. Ну что, какие у тебя планы? Как думаешь, как выступит, как покажет себя сегодня Advent Inspired Academy? Я думаю, что... Ать просто. Тем более у нас же Zero TV Protoss. Угу. Ну, Zero TV, насколько я слышал, он тренировался у Фроузи, и он вроде как готов. Ну, если он тренировался у Фроузи, то сейчас посмотрим. Я, честно говоря, просто Zero не очень знаком, в плане с ним, по-моему, не играл ни разу. Смотрим. Отлично. Я смотрю, рекламку люди оценили. Я научился ее делать, как вставлять ролики, так что теперь будет на каждом. Ну что, Тарстейн, ты попадешь на YouTube. Ничего себе. Так что да, все. Надо будет после такого. Пошла игра у нас, кстати. Пошла у нас игра. Да-да-да, вижу. Ну что, давай я представлю тогда всех. Да. Вот, у нас пока что первый матч. Карта Киберлес ПБ. Адвия, наш академ, представляет Zero TV, Protoss. Играет он против команды Платун Дмитра. Еще в игре тоже представлю, покажу, где кто находится. Киберлес у нас, пока что грузимся. Да, так, загрузились, звук я сразу поправил. Итак, в верхнем левом углу экрана находится Дмитра, красный Теран из команды Платун. И его оппонентом становится игрок с команды Advia, Advent Inspired Academy, под никнеймом Zero TV Фиолетовый Protoss. Поехали. Какое же длинное брутальное название. Ну, вдохновленное Адвентом все-таки у нас Академия переводится, поэтому... Ребята, посмотри, как они вдохновленно играют. Ну что, Киберлес, что думаешь? Как Теран? Как думаешь, какую стратегию выберет Дмитра? Теран, я думаю, это будет Газдебарак, потому что карта маленькая, да, все правильно делает у нас Дмитро. Угу. Ой, точнее, Зера у нас, походу, чекает прокси. Ну да, мне кажется, он прочекает прокси, поймет, что прокси нет, и поставит просто Нексус. Да, то есть у него как бы пилон гейт ассимилятор пока, да, и maybe он просто выйдет фастовый Nexus, просто он поставит его после кибернетки. Кстати, от Тирана что-то интересное надвигается. Он делает второй газ, это очень
Ну да, ну а может быть в мех, как бы, почему бы нет? Типа мех, циклончики, поехали, метовые. В мех, то... Ну не знаю. Очень спорно. Если получается, будет очень поздняя вторая. А зачем у нас столько много газа в начале? Ну смотри, то есть ты заказываешь, как я понимаю, много газа для счета. Заказываешь рипера, ставишь факту. Пока ставится факта, ты делаешь, этот реактор, как я понимаю, да, ставишь еще одну факту. То есть, тем это так работает. Ну, вроде как Никаракт показывал билд, да, то есть там две факты. Кстати, посмотри, застроил здесь Zero TV проходик. Да-да. Чисто под разведочку, но я надеюсь... Реактор не построится! Нет! Второго рипера, кстати, делает Серан. Очень экстравагантное что-то будет. А почему не отменил пилон? Техническое. Это жестко, да, конечно. Таким, ну, 100 газа — это слишком много, мне кажется, я бы отменил бы пилон. Ну, будет долбить, получается. Ну, это хорошо. Кстати, как я и сказал, да, после кибернетического ядра сразу Nexus поставил на Zero TV, поэтому вангуем. Ребриша пишет: главное, чтобы Торстейн не зазвездился от Ютуба. Зазвездился, боже. Это что, получается, мастер пират Серана, третий рипер, он точно играет против Тоса? Мне кажется, это бьет против Тирана. Вполне возможно, но я не знаю, я думал, через две факторки, ну смотри, стоит космопорт, мэйби, знаешь, мне кажется, он доделает гелиончика, да, свичница сделает, то есть вот этой вот гапшой начальной с двумя геликами поедет, да, поставит лабу, да, вот он ставит лабу, перелетит и пойдет, хотя, ну, две, да, лабы. И, кстати, такая тема немножко может прокатить, потому что у Протоса только один сталкер. Все, больше из боевых юнитов просто ничего нет. Второй сталкер на мейне. Ну, да, то есть первый налом такой себе, но на самом деле, если сталкерочек выживет, да, то есть там еще есть адепт, вот, и в принципе вот все окей. Ну, посмотри, кстати, просто пролетает. Второго сталкера в холд позишн, вот, все, красавчик. Все, ну поставил на холд, конечно, там есть минки от головорезов, но ничего, нормально, смотри, вроде рабочих пострадало не так много, но здесь всех юнитов потеряет, конечно. Дмитро. Пропустил еще и рипера, неприятно. Как же он? Ты видел, как он трясся там? Там на дыбы пытался взлететь. Это жестко. Ну ничего, сколько у нас рабочих? Два рабочих было потеряно, пилон. Ну по потерям нормально пока. Слушай, ну это прям вот реально билд ТВТ. Прям вот один в один. Думаешь, что играть? Ну, кстати, вот смотри, вот он ему газ, да, то есть у него сейчас газочек, он вышел в баншу, да, делает циклончиков, да, ну просто решил не с двух факторок фигачить циклончиков, да, чисто с одной, да, то есть, как я понимаю, он сделает стартовую гапшу в виде парочки циклонов, вылетит там две банши с инвизом и свичница в тиранов, в биологию. Не, нормально, чего-чего нет. Да. Сейчас будет заказана химическая химия. Химическая химия, да. Немножечко спидов подвезем тиранов. Все-таки закладки не стал искать. Да. Там и волшебная пыль туда же, да, которая помогает. Это же. А тем временем, да, у Протоса у нас получается одни сталкера. Есть роботик, сделаются обсерверы. Что будет технология? Север завис, кстати, на Тирана. Все, видит прекрасно Тирана. Рабочий, кстати, не строится у Тирана. Да. Это верно. Ну, посмотри, что, у Тирана, как бы, у него, в принципе, метовая тема, да, то есть, вот они, три гейта, да, то есть, должен, правда, четвертый еще добавляться. Ну, окей, может, через три гейта роботикс, как бы, да, то есть, окей. Так, я только... летела, там что-то там подрезала. Она увидела, что нет смысла тратить энергию. Здесь как бы увидела обсервера и как бы развернулся своя. Две оружейки. Это интересно. Рановато, конечно, но окей, ладно. Две оружейки, ноги. Ноги взяла. Мне, кстати, мне кажется, здесь колоссов никаких не будет, да? Мне кажется, это будут шарики. Сейчас посмотрим. Это ноги с зелками идут. Кстати, был, по-моему, потерян, да, был. Не было потерян обсервер. Куда обсервер-то подевался? Я что-то завтыкал. Обсервер, вот он, походу, вот он летит. Да, побитый.
Завидую. Мне еще нравится звук, когда он открывается у веб-сервера. Он такой приятный. Без колоссов играется. Да-да-да, колоссом. Окей. Ну что, в принципе, стабильная тактика, почему бы нет. Скан увидел, не увидел, будут ли там... Как бы, но проблема в чем? Он знает, что есть у своего оппонента космопорт, да, то есть там как бы наклепать викингов нет проблем, на самом деле, там перелететь, поставить реактор, то есть базара ноль. Но если бы он сыграл шаров, да, то есть в танке ты как бы 100% упадешь шарами хотя бы в танке, да, типа главное законтролить, ну и пехоту как бы, если попадешь еще в пехоту, вообще просто тебе молодец. Божественно, да. Да, поэтому, ну, не знаю, видимо, хочет через космос, не знаю, мне больше нравится, когда против шаров играют. Третья база у нас от Zero TV, окей. И выход от Дмитра. Выход? Идет выход у нас? Да, выход. Она большая. Твой тезка, между прочим, поэтому... Да. Сейчас хочет заломить протоса. Кстати, спокойно можно просто выключить колосса и разложить танки и занять хорошую позицию. Довар Бзилков у нас идет, а Терн просто переходит на третью. Сейчас будет ее отменять. Да, не вовремя. Но тут пацаны врываются. Да, пацаны врываются, колоссы жгут. Ну, кстати, танков всех бездарно потерял Дмитро, вообще прям неприятно. Осталось только пехот, поэтому... В принципе, он здесь уже ничего не сделает. Ну, не отменит 100% Nexus, как бы. Пытается... Нет, он не будет отменен. Ну да, он чисто халява пытается побольше. Ну, такое. Зря только отдал пехоту. Протосы все живые, поэтому, в принципе, здесь, мне кажется, Протос только сейчас в плюсе. Ну, конечно. Ну да, типа, Протос потерял, ну сколько, 11 зилков, да, 6 рабочих. В общем, слушайте, здесь было 3. Штук 100 за игру, поэтому это для него. Да, то есть проблем никаких, сам при этом занимает третью базу. В итоге проблема-то в Тиран была в чем? Да, 2 танка потерял и плюс пехоту. Да, не особо приятно. Ну да, Рэмин, кстати, сохранился. А, нет, сохранился, да. И парень Скай пишет, даешь костыли зилкам. Это жестко, да. Чарж для зилков делать шариками такое себе. Не, ну да, есть такая, тут с иглы, конечно, но. Не, ну а чё? Как бы Фроузи, он из чаржа для зилков делает, и шары добавляет, и нормас. То есть он просто влетает, кусает, кидает шары, а зилками отбегает, всё. Эми у нас Протокс делает выход на вторую или на третью локацию. Кстати, здесь, наверное, лучше отменить третью, хотя здесь войска не, особо немного. Ну, у него как бы, ну, видишь... Не хватает центри, кстати. Ну, в принципе, зилки врываются. Ну, ГГ просто, всё. А там ничего не сделать, ничего нету, да. Просто гэда и... Ну, да. Ну, смотри, а что, у Дмитра он не был готов к колоссам, то есть контрить их нечем, да, типа, ну, проскачешь ты там пехоткой зелков, ну, попытаешься забрить сталкеров, но как бы колоссы жгут, и все. Ничего не сделать с этим. Вначале очень экстравагантный был все-таки Тотей. Ну, да. Ну, как-то обманул сам себя. Вот лично я так считаю. Я сейчас играю. Да, я. Угу. Ну давай тогда, мы с тобой тогда прощаемся, играй. Чуть позже. Да, и вернешься. Угу. Давай, беги. А мы пока, господа, с вами посмотрим замечательную рекламку. Не знаю, мне нравится флексить рекламкой, поэтому уходим на рекламную паузу. И, господа, пока мы ждем, пока останется матч, я предлагаю парочку секунд еще послушать музычки. We'll be right back.
Итак, господа, мы начинаем. Вторая карта. Тарстейн против Сергея. Поехали. Вот эта реклама, конечно, четкая. Реклама топовая. Реклама топчик. Обожаю рекламу. Я наконец-то, так как я научился и помогал, соответственно, через сервис Юду одной корреспондентке, которая делала как раз себе Twitch. Вот, я как раз-таки обратил внимание, как делается рекламка, и вот решил забахать, почему бы нет, собственно. Хотелось бы, правда, вот экзекутор, можно нам интро получше? Вот ты видел интро, как вот Альфа СК2 было, да? Вот сделай нам получше интро, пожалуйста. Я тебя прошу. Вот, и пока у нас карта грузится. Напоминаю всем, вторая карта, первый матч мы победили, первую карту мы забрали, да, то есть у нас Advent Inspired Academy играет, да, то есть Академия наша, вот, и у нас играет как раз-таки мой сокастер Тарстейн против Сергея, и походу кто-то вылетел, потому что загрузка идет очень долго, походу кто-то вылетел, ай-яй, нехорошо. Ну, надеюсь, что все хорошо, конечно, и никто не вылетел, просто у кого-то очень медленный интернет. Экзекутор пишет, а я когда хочу нажать ГГ, нажимаю Alt+4. Это да, это жестко. Это жестко. ГЛХФ пишет, Тарстейн, и так, господа. Ой, не то. Новое противостояние в нижнем левом углу у нас играет Ярл Тарстейн. Такой вот замечательный тиранчик. И из команды, конечно же, нашей Advent Inspired Academy. Пофлексим камеры немножечко. И его оппонентом становится в данном случае, в данной карте, игрок с команды Платун Сергей. Тоже тиран, только желтенький. Желтенький вот такой вот тиранчик, который добывает и уже поставил газ. Поехали. Ну что это, что такое? Ну что не ставишься-то? Господи. Они ставятся, ты посмотри-ка, а? Вот эта вот верхняя штучка не хотела мне почему-то вставляться первый раз, ну ладно. Итак, что мы видим? Пока что полный стандарт, один газ, да, то есть газ, хранилище газ-барак, да, то же самое делает Тарстейн, в принципе, газ, правда, ставится уже второй у Тарстейна, да, потому что у нас механизированный тиран, поэтому второй газочек пораньше ему, конечно, нужен. Ну, maybe какая-то задумка есть. Пошел искать прокси, да, прокси пока что, конечно же, никакого там нету. Тоже второй газочек ставит, только уже сейчас тоже Сергей. Ну, по всей видимости, это будет война какая-нибудь, может, даже мех на мех, да? Ну, не, пока не знаю, пока не знаю. Правда, почему-то в нестандартном месте ставят у нас казармы, да, Тарстейн? Ну, посмотрим. Есть такие засранцы, которые надеются терпят до последнего, а вдруг дисконнект. Да, это жестко. Да, это жестко. Гайс, ну рекламка прям зачет, не знаю, мне нравится. Мне очень нравится, как интро сделано у Альфа СК2 Лиги, да, то есть вообще прекрасно. Ребята сделали прям большущим зачет. Ну надо флексить, надо флексить рекламкой, будем потихонечку флексить и пока что наблюдать, как игрок из команды Платун сидит в саплай-блоке. Ну, правда, недолго, потому что построился новый саплайчик, ладно. Взлетают казармы, пропускает пробка, что ли, или что это такое? Мне очень интересно, что это такое. Что-то долго мучился, ну ладно. Отвлекла пробка, не дала поставить. 500 баксов и сделал 2 этера. Не, ну слушай, за 500 баксов я как бы это... найду кого-то получше. Окей, ладненько. Надо будет, кстати, Владимир, заказать нам, чтобы нам сделали интро-профессионалы. Такое любительское, как бы. Пошел космопортик от Сергея. У Тарстейна в это время тоже ставится космопорт. Ни единой пристройки нету от слова совсем. Здесь у него флексит чисто один рипер, который пролетает, да, и уже, конечно, против Гелиончика рипера уже не канает. Спокойненько здесь его ловит Тарстейн. И, ну, пристроечки будут, нет? Что-то долго без пристроечек, как бы, жалко, жалко. А там тем временем выходит циклончик. Есть космопорт слабой, да, то есть какая-то банша будет. Ну и все. А здесь, как бы, либератор. Почему бы нет? Почему бы без либераторов не поиграть, да? И пристройщики ставят попозже. Ну, кстати, вот на тема. Конечно, да. Не, ну можно было бы сделать, конечно, на одного замечательного головореза поменьше. Флекса здесь рабочего, смотрите, с одним минералом просто. Я представляю, какой там... Какие он там флешбеки ловит чисто. Ну окей, ставится, конечно же, у нас ЦЦшечком. Хорошо. Занимает базу Тарстейн и выход, да, то есть вот он, стандартный тирановский выход, да, то есть пара головореза, там, правда, там обычно 4 головореза идет и 2 гелиона, ну окей, на одного меньше, ничего страшного.
И будем долбить стеночки. Но там, правда, есть циклон. Не самая приятная штука, да, которая Гелиончику оторвала немножечко мозги. Там, да, там колеса полетели в разные стороны, потому что прилетают ракеты. И освободителем, да, то есть можно развлечь. Ну, посмотрите, хорошая тема, да. То есть вот у вас базовый заход. Там, скорее всего, будет Гелион и танчик, да. То есть как бы проблемы, собственно. Но как только отойдет здесь Гелиончик, да, соответственно... отойдет он уничтожать освободителя, то выйдет у нас здесь Торстейн просто индед по щам. Развел на танк, конечно, Торстейна, вынужден он отбежать, и нащелкиваем рабочих пока что. 4 рабочих, все было уничтожено. Надо улетать Либератором. Ну, Либератор уже отсюда, конечно, никуда не уйдет. Ну, ладно. 4 рабочих на Либератора. Ну, такое себе, да. То есть по потерям пока видим... не очень прекрасно, но ладно. 4 рабочих, это 4 рабочих все-таки в конце концов. Это рабочие, которые могли работать на благо тирановского доминиумона. Казалось бы, при чем тут Украина? В смысле? Не понимаю, к чему ты это, ну ладно. Всех еще раз, всем еще раз привет. Всех безумно рад видеть. Итак. Ну что, по лимиту мы прекрасно видим, да, то есть одинаковый лимит на 5 рабочих больше у Торстейна, да, то есть, ну, там 4 рабочих подрезал, и плюс Сергей занимает только сейчас вторую базу, да, то есть, конечно, ну, в макро это скажется, разумеется, поздновато ее ставят, да, здесь небольшой поджим был, тем более от Торстейна, ну, такое. Пока что ситуация у Торстейна прекрасная, то есть он развивается дальше, макрится, никаких производственных мощностей не добавляет, ни грейдов пока ничего, ну, собственно говоря, и зачем, да, то есть он ждет какую-то ответку от своего оппонента, у которого есть еще почему-то дополнительный завод, который не используется. Вот это я вообще не люблю. Это я очень не люблю, как бы, да. То есть ты поставил завод, потратил на него 150-100, и он просто вот, ну просто стоит. Ну стоит и все. Ну зачем ты тогда его добавлял, собственно? То есть, ну такое себе, такое, конечно. Ну да ладно. Висит ворон, да, то есть видит прекрасно циклона, Торстейна, ну, можно было бы кинуть скан и побить немножко весла этому ворону, вот таких, да, у него два замечательных весла, да, то есть влево и вправо, можно было бы пошатать. Ну-ка, давай вперед, поехали, бау-бау. И все, почти, почти, можно еще сюда подлететь и побить ему еще раз весла. Подраться. Ну, там, правда, уже бригада выехала, пацанов, они вот снизу чинят, да, то есть они просто вот, ну, я не знаю, как они это делают, но они его чинят. Представим, что ворон сел, на самом деле, они его просто вот бурами пытаются его разбурить, не разобрать на запчасти, да, а именно вот разбурить, починить как-то, ну, не знаю, как у них это удается, но пацаны классные. Хватит использовать это тупое слово во всех фразах, флексить. Да ладно тебе, надо быть в моде, как бы. Зря ты так. И тем временем прилетает Либератор от Сергея, нащелкивает 3 рабочих и улетает в освоясь. Ничего страшного, подлетают пацаны, как бы вороны, и пока что ничего не видят вообще, да. То есть рабочих, правда, надо уже давненечко вернуть, да. Добавлять еще производственные мощности, себе Торстейн, плюс на 3-ю базу пытается поставить. То же самое делает и замечательный игрок с команды Платун Сергей, да. И, ну и пытается передропать как-то 2 танчика, сложиться. Походу, есть небольшая информация о выходе своего оппонента, да? Нет, это дроп через 4 танка. А тут выход от Торстейна. Кажется, будет проблем походу у Сергея. Там всего лишь 2 танка. То есть, ну, можно будет поразводить их, собственно говоря, воронами, да? То есть, ну, или просто отрубить, поэтому... И поехали. Пехота, танчики, сейчас будет мощно. Залпы по танку, погибает парочка пехоты, дроп вынужден вернуться обратно, все-таки не было никакой инфы у Сергея о выходе Торстейна, но начинаем колупать. Подлетают, конечно, медеваки, танки ставятся в упор, ну и, в принципе, они находятся в выигрышном положении, потому что они без, не разложены, да, то есть такое. Здесь теряют все танки Торстейн, есть еще парочка морпехов, да, то есть пытается убегать от жестких автотурелей, да, ну и нарезать как можно больше рабочие. Спасет только хит-н-ран, разумеется. Ну и посмотрите, 7 рабочих было накоцано, 8 рабочих было уничтожено, прекрасно, отличный выход. Да, конечно, потерял лимит, но ничего страшного, собственно, 2000 минералов на 1750, да, и по газку, да, потерял, потому что 4 танка, но...
нарезал 8 рабочих, это было главное, да, то есть 8 рабочих плюс танки, да, конечно, такое, но сойдет, 8 рабочих, это роляет, это роляет, это использует. Про Украину посмотрите Светаников, да-да-да, увидел, понял, пока не написал, не знал. И посмотрите, какие прекрасные викинги выходят у нас вот со скином, не знаю, мне очень нравится этот скин, прям они такие прям классные, прям суперские. А есть викинги, да, конечно, в ТВТ очень важно контролить воздух, да, то есть всяких особенностей, в частности, вырубать воронов своего оппонента, да, чтобы они не отключали танки, и плюс ловить всякие дропы, это будет классно. 4 рабочих было потеряно, я не понял как. Что там произошло? Как, рипером что ли? Я не понял. Вообще не понял, 5 рабочих было потеряно, окей. И тут, посмотрите, дроп из 4 танков. Дроп с 4 танков, да, и, блин, ну, тут, конечно, Тарстен теряет здесь, да. Но, тем не менее, улететь они уже больше никуда не смогут. Базу надо подымать, потому что разобьют гады. Подымать базу нужно, ну, подыми базу. Алло, ну, ё-моё, в конце-то концов, это прям вообще не камильфо. Потерял цеху, надо было подымать. Поднял бы, она бы не сдохла, ну, в конце-то концов. Горит она медленно. Рабочих сорвал всех. Рабочий пока у нас катается туда-сюда. Ну, такое. Не очень хороший мув, конечно, мог не терять. Ну, ладно. Здесь еще залетают 4 гелиона. Танку они, конечно, ничего не сделают. Плюс гелиончиками своими еще можно пострелять. Но рабочих часть погибнет, конечно. Один рабочий. Нет, ни один рабочий не пострадал. Правда, танк там чуть своего не разможил. Да, там уже полетели болты в разные стороны. Сообщение, что энергосистема экзоскелета КСМ, она уже все, подходит к концу. Как бы сейчас будет смерть. И посмотрите, какая воздушная армия, построением уже никаким. Было красиво, как-то красиво они летели, таким построением, я не знаю, клином что ли. Что-то такое, да. Ну и тем временем у нас 51 рабочий на 61, Сергей покажет по рабам на десяточку впереди, да, ну потому что Тарстейн только что потерял. По армии все одинаково, плюс делаются у нас апгрейды на... наземные типы механической брони, да, то есть и атаки, разумеется, и, в принципе, ну, там наземный тип механической брони, ага, там броня общая, да-да. Понял, что сказал. Прилетает еще один на либератор, конечно, развлекает Тарстейна как может, но здесь ракетка объясняет, да, что как бы комплексы С-400, они как бы, ну, очень хорошие и наводят шороху даже по таким опасным баянам-бабаянам, да. Выходит у нас здесь Тарстейн. Танки раскладываются, щелкивается просто ворон в никуда. Идет скан, танки перестреливаются. Ну и пока все. Здесь у нас как бы битва танкистов чисто, да? World of Tanks. Танки стоят там и там, кто же первый идет из кустика. И чисто летают прекрасно викинги такие, да, там издеваются над своим соперником. Да, это жестко. Четвертое. База ставится у Сергея. Ну и по армии, конечно, немного проблем. Плюс там сейчас еще дотекание. Если бы пришло, это было бы вообще шикарно. Но надо сажать викингов, да. То есть ловить остальных викингов, которые выходят. Чисто аннигилировать и просто приземлиться в рабочих. Просто срезать всех рабов ему. Посадка. Запрос на посадку. Пошел. Саплайки подолбить. Why not? Да можно было и посадить по одному викингу чисто у каждого танка. И свои танки сложить и пробить его в лоб. Ну, такое. Ну, ничего, саплайки тоже тема. Почему бы и нет. Взлет и полетели дальше. Прекрасный юнит, конечно, да. Вот почему очень важно как раз-таки в ТВТ контролить воздух, да. То есть викинги — это ваше оружие, которое просто законное, и вы можете с ним делать что угодно. Ну, ждал, видимо, Тарстен чисто 2 либераторов. Достаточно их разложить. Нужно не вспомнить, что их надо разложить. Это очень обязательно. Раскладываются либераторы и поехали досчитать до 100. Подлетает пачка викингов. Один либератор, к сожалению, был уничтожен, но ничего страшного. Ничего страшного. Кидают 100 редки. Кстати, зря потратил только. Перераскладочка либератора. Поехали. Еще пачка викингов выходит. Надо фокусить либератора, конечно. Танчик пытаться спасти, но... Это удается, кстати, Сергею. Ничего. Ничего. Викинги просто... Посмотрите, сколько движухи сделали викинги. Просто феноменально. Выходит у нас Тарстейн здесь без раскладки. Все, пытается пройти по левому фронту, но, к сожалению, теряет все танки абсолютно. Сажает викингов и пытается продолбить то, что осталось, собственно. Выходит еще 2 викинга от Сергея, но здесь как бы уже будет наземная война. Тоже сажает своих викингов, но ничего.
Почему-то рабочие идут сюда тоже, почему нет? Пожалуйста, пожалуйста, не надо так делать. Ну и по потерям, как бы, мы все прекрасно видим, да, то есть, это как бы Тарстейн пока что впереди по рабочим, правда, на два рабочих всего лишь отстоят у нас Тарстейн и Чигриды 1-1, что у того, что у того. Кстати, счет. Почему мне экзекутор про счет не напомнил, в конце-то концов? Как так-то? Ну и, кстати, посмотрите вот на эту базу у Сергея, да, она очень далеко, о ней Тарстейн ничего не знает, она может реально зарешать. Может зарешать, потому что, ну, это крайне важно. ЦЦ-ху должен был видеть Тарстейн, должен был видеть. Просто должен был видеть, нужно самому тоже на четвертого ходить. Рабочие едут ставить у нас здесь замечательные постройки в виде радарной вышки, как в Москве Останкино, да, как бы, которые сканируют полностью всю поверхность и дают информацию о ближайших противниках. Валя, у тебя раньше предание можно было использовать укр-карту, а сейчас нельзя. Ты чего, ничего не менял? Нет, вообще ничего не менял. Скорее всего, это Donation Alerts, чисто такая тема. Итак, ну посмотрите, есть также, вот оно у нас, крыло викингов, да, есть парочка танков, есть парочка, там поболее, да, 8 танков, 2 тора, и есть один, там 6, еще 2 гелиончика, да, 8 гелиончиков есть, производственной мощности прям огонь, 15-минутная война у нас здесь, хотя Тарстейн давным-давно мог бы проломить. Надо было тогда воспользоваться моментом просто и повырубать танки, да, то есть викингов было много, можно было посадить по одному рядом с каждым танком, да, то есть это было бы классно. А так он только танки вот когда все сложил, вышел, он их просто потерял. Либо сделать миделак и попытаться как-то передропать их просто на мейн и не париться. Ну да ладно. 94 армии саплая на 76 у Тарстейна. Как бы армия очень большая, но вся проблема в том, что он будет нападать. И то здесь главное поймать своего оппонента на перераскладке. И я боюсь, что Тарстейна как раз-таки здесь поймают, да, но будет не очень приятно. Ай-яй, ай-яй. Тарстейн, надо реагировать. Сложился. Хорошо. Огрызаются здесь викинги. Либераторы готовы. Либераторов вперед зачем подвел? Ай-яй-яй. Успевает сделать выстрел раз. Один выстрел успел сделать, ничего страшного. Викинги выиграли воздушную баталию. Сергей принимает решение сложиться и пойти. Но здесь его догоняют уже гелитроны от Тарстейна. И готовы уничтожать танки. Поехала раскладка. Зачем он просто уедет? Как бы зря сложился. Он был идти без раскладки. Сканов здесь просто целое море. Викингов надо подводить и сажать рядом с танками своего оппонента. Пытается контролить два тора, пока не могут принять участие в импакте. Здесь прилетает, посмотрите, аж 4 освободителя. Танки под угрозой. И они, 2 танка, я боюсь, что будут уничтожены. А то и 2 тора. Да, 2 тора были уничтожены. Импакт они все-таки внесли. Надо сажать викингов. Сажать викингов, убивать танки. Вперед. Складывай танки, сажай викингов. Дождался раскладки своего оппонента, он просто сложился, решил отступить. Тем временем здесь один гелиончик с блюфлеймом нарезает рабочих, рабочие гибнут. Режет чисто вот, только в путь. Посади викингов. Ну, конечно, викингов он не сажает, это понятное дело, почему. То есть он не хочет потерять доминацию в воздухе. Это очень важно, потому что как бы защищать освободителей как бы будет некому. Но тем временем, я думаю, момент был именно такой. Ставятся ПВОшки, достроилась всего лишь одна, был потерян у нас один, по-моему, викинг только что, да, и приходит у нас здесь танчик, пытается занять позицию в другом месте, один из рабочих уже потерял оппонент, и здесь пришли 3 гелиона, которые сложились гелитрончиков и нарезают также в контратаке рабочих своему оппоненту. Здесь еще война КСМ происходит, господи, что это? Посмотрите на этого КСМ-ку, как он пилит. Просто пили только в пути. Еще контрналом сделал Сергей на третью базу к Тарстейну. И здесь Тарстейн повяз. Уничтожена была орбиталка. Неужели будет размен в размен? Да я думаю, он на базе спокойно и так отобьется. Правда, либераторами отбиваться это такое себе удовольствие, да? Потому что танки ездят, они наносят урон. Как бы двигаются, это неприятно. Пытается поймать, но не получается пока у Тарстейна 4 танка. Господи, сколько они импактов внесли уже.
И рабочие гибнут. Это, конечно, капец. Шплях. Один есть, один танк был уничтожен. И осталось еще два, окей. Но надо было чинить рабочими, ну, в конце-то концов. Ну, ладно. Торстейн был занят, он выбивает базу своего оппоненту. Здесь два Гелиона почти уничтожили ЦЦ-шку. Очень долго не реагировал на эту тему Торстейн. Есть проблемы дома. Но ничего, ничего. Сейчас наладится производство. Нужно чинить быстренько ЦЦ-ху, пожалуйста. У нее 70 кп. Дом горит, чините, пацаны. Дом сгорит сейчас. 50 хп, пожалуйста. Парни, не дайте умереть. 30 хп. 20 хп. 10 хп. Нет! О, просто Торстейн, ну не спи, пожалуйста. Сгорел ЦЦшка. Ну, собственно, ну и хрен с ней. Это как бы, ну, Ярл Торстейн говорит, что это нафиг не надо. Ну, по всей видимости, мы... Ал, может быть, временно закрыто, поэтому не переживай. 25 рабочих еще сверху потерял Торстейн. Не очень приятно. Контратакует здесь Сергей. Но такое. Торстейн, как бы, у него викингов чуть-чуть побольше, но они слегка биты. Их надо все вычинить. Рабочих заставить добывать и расконтролить. Здесь рабочие тоже отдыхают, да? Здесь рабочие отдыхают. Надо базы ставить. Есть минералы, базы ставить, защищать. Все. Ты добычу своему оппоненту выбил, собственно говоря. Поэтому не стоит париться. Но фишка-то в том, что Сергей-то он добывает. 3-400 минералов у него на руках. Боже мой, там можно морпехов наклепать только в путь. Правда, бараков нету. Торстейн принимает решение выход сделать. Да, нужно ставить базу. Здесь поставилось хранилище, да. Посмотрите, это КСМ-ка, сколько она сделала, да. Ай-яй. Строится еще одна ЦЦ-ха. Ну-то еще одну сверху надо было заказать-то. Ну ладно. 4 рабочих было уничтожено. Здесь Либератор настрелял, да, Торстейна. Ну, пока неплохо, но как бы флотилия из викингов объясняет, да, что это все временная экспансия, как бы. Поэтому такое. Сканы летят. Сергей в курсе, где находится его оппонент. Ой, какой сплэш пошел от Тор. Правда, небольшой, но пошел. Принимает лицом здесь Тор. Раскладываются танки. Пошла перестрелка. Правда, проблема в том, что танки Торстейна бьют не по тем юнитам слегка, а... Посадил он всех викингов, о чем я и говорил, собственно, давно надо было так сделать. И здесь викинги Торстейна очень долго подходили, но, конечно, с воздухом он сейчас разберется за секунду. Либераторов только нужно назад отвести, это слишком дорогостоящий юнит, и, блин, ну такое. Ракеты все видели, да, как не задамажили от этого викинга? Ты счастливчик. Минус Либератор, окей. А здесь танки живые. Можно было викингами подлететь и просто в упор их забрать. Ну ладно, принимает решение Торстейн наломиться на другое место к своему оппоненту, нарезать рабочих и уничтожить все, что здесь стоит. Базу, вторую базу, почему бы нет. И здесь, посмотрите, гелиончики приезжают Торстейну, а дома-то есть только 3 танка, да Тор, да, то есть рабочие будут потеряны, и это, конечно, неприятно. Гелиончики уезжают вроде как бы своясь, хотя нет, решили драться до последнего. Зря уходишь. А нет, там циклонов дофига, все, на, правильно, назад, окей. Господи, за эту игру было потеряно 80 рабочих у Торстейна и 3 базы. И у его оппонента 67 рабочих и также 3 базы. Даже, да, 4 базы, господи. Боже мой, что происходит? На публику играет Торстейн, ай-яй, хорошо. Затяжное макро, да-да. Это красиво. Еще 4 гелиона сейчас снова нарежут рабочих, неприятно. Правда, через оклик были посланы, поэтому долбят чисто хранилище. Торстейн успел уже среагировать, подойти рабочими чисто подраться, зачем? Танчик пытается дефать. Боже мой, КСМ-ки, нет! Джонни, они убили Кенни. Ох, боже. Еще 12 КСМок. Помогите. Рабочие гибнут. Что за хейт к Советскому Союзу? Рабочий класс пытается искоренить. Ай-яй. Здесь делается грейд у Сергея, да? Все прекрасно его видят, да? Апгрейд на циклончиков. Это жестко, да. Это жестко. Кстати, у Сергея грейды чуть-чуть получше, но такое. Сейчас база Торстейна лопнет за секунду.
почти за секунду. Ну, достаточно быстро. И проблема-то в том, что у Торстейна-то всего 45 армий сапплая, да, то есть и в основном вся его армия это викинги. Не теряет очень много, потерял очень много танков вот именно вот в этом сражении. Поэтому это, конечно, проблема. Есть Тор, где... А где викинги? А где викинги? Где викинги? Там налом. Куда ты их дел? Викинги бы вот здесь посажены были. Окей, идет отбивать дом. Рабочие, чините. Окей, окей, ей прилетел освободитель. Викинги посажены, и сейчас бы не умереть от либераторов своего оппонента. Ну, нужно сажать, конечно, викингов всех. И драться здесь до последнего. Давно бы это сделал, бы победил уже прям... Прям быстро. Ну, немножко не среагировал. Окей, ничего страшного. Конечно, теряются здесь викинги. Ну, окей. 13 рабочих было еще сверху потеряно. Здесь база будет уничтожена. Пробки пытаются добывать чисто на long distance mining. У Торстейна всего лишь 3 армии supply. Это ГГ для Торстейна, ребята. GG, да. Сергей выигрывает этот ТВТ. Создано рабочих 122 у Торстейна и 108 у Сергея. Почти. Почти догнали. Это жестко, да. Ну что, пишем ГГ. GG. Ждем Торстейна. Как-то вы, Торстейн, я прям ждал, когда вы посадите всех викингов. Но... Я что-то не дожал. Прям ужас. Ну, бывает. Бывает такое. На самом деле, тебе надо было в самом начале, когда ты по викингам выигрывал, тебе надо было их просто посадить и убить их в танки. Ты бы развалил танки оппонента и потом вододавил. А ты как-то... Ну, да, и надо было на третью идти. Я что-то его поломился уже, следующий выход. Ну да. Ну, ничего. Так, следующий у нас играет Оригами. Да. Покажем пока ребятам счет. Игра там с Оригами против Dream Art. Карта King's Cove. Королевская бухта. ПВТшечка. Вернее, ТВПшечка. Счет 1-1. Пока включу музычку, товарищи. Я вроде вижу, что я был в плюсе, и что-то потом как-то, что-то... ТЦ-шку на вторую потерял, это дроп танков, какой-то непонятный, из двух медуваков. Четырех танков. Ну, бывает. Ну что, у нас начинается? Ради... Поехали, третья игра. Ну, посмотрим, что придумает Dream Art против нашего Оригамича. Оригами должен его сложить, по идее. По идее, да, по идее, да. Тем более твой друг хороший. За Оригами, поэтому там должно быть все сложено. Главное, как бы вы его бы не сложили. Ну, как его сложить, хотя да, ну, посмотрим. Что, давай ты представишь всех господ. Давай. Левый верхний угол у нас Протос, Dream Art. Правый нижний угол у нас Терам. Это Оригами.
чтобы пацан сравнял счет. Лучше сделал 2-1 в нашу пользу. 1-1. Смотрим, какое будет дальнейшее развитие. Так, у меня у одного подсело? Нет, у меня тоже что-то подвисло. Ага, окей. Ранняя разведка, кстати, от Терана у нас. Он думает, что он протос и хочет зафотонивать. Ага, Сакар вылетел, интересно. Вылетел, да. Обидно. Возможно, это какой-то прокси. Ну, кстати, может быть, почему бы и нет. Ну, хотя нет. Мне очень кажется, что это будет второй барак. Не знаю, что. Не, причем прокси-факту можно попытаться поставить. Прокси-факту, ну, походу, тут в разведку идет. Или газ запилить, что хотел. Ну, не знаю. А протосы, кстати, тоже это какая-то... Да-да, хотел газ запилить. Хотел, да-да-да. Да-да-да, это все-таки от протоса какая-то однобазовая тема. Они газы, опять же. Вполне возможно, либо просто быстрая роба. Чем бы нет. То есть робо, шарики. Для шарики нужно много газа. Кстати, прокси будет от Дримарта. Прокси Роботикс. Я понял. Прокси робо. Однобазовая тема, да. Да-да-да. Не, почему? Там надо и двух базы может быть. Да-да, потом можно спокойно перейти во второй Нексус. Нексус. Это жестко. Здесь будет, кстати, база от Оригами. Ну окей. Пока разведки, правда, не было никакой, поэтому прокси нет инфы вообще. Жалко. Оставил, посмотри, КСМ-ку Оригами. Что-то грязное замышляет. Оставил ее на третье, да. Может, это прокси Старпорт? Вполне возможно. Нашел КСМ-ку Риппер. Полетит он раз... Ну, нет. А, кстати, пробку он потерял, и прокси задержится. Да, там, скорее всего, просто уже не будет. Потому что... Ну, хотя нет, он не перережет. Ну, такое. То есть СМК, он должен был заметить вот эту вторую пробку, которую... Да. Перевел. Да ладно! Это жестко, конечно. И разошлись, как в море корабли. Да, он кидает свою ядерную мину. Ну, а на самом деле это... Пукалка просто для протоса. Потерян. Головорез, конечно, такое, да. И посмотри, прокси, два роботикса. Даже так. Два роботикса. Нет! Два роботикса гейт. Надежный второй пилон. Кстати, ТЦшка так и не ставил у тебя оригами. Угу. На базе. А зачем на базе? А потому что я так понимаю, что он увидел, что нет второго Нексуса. И поставил именно на мейне вторую ЦЦшку. Ну, не знаю, у Оригами, конечно, сейчас, конечно, будут большие проблемы. Там эти два роба, как они заработают, там жестко будет. Почти готов варп-гейты, да? То есть там они варпаться будут. Гейт поставлен, чтобы просто варпы летели побольше, да? Ну, конечно, два пилона надо. Сейчас потому... один сталкер минус сталкер. Добрый вечер. Минку нужно убирать отсюда. Да. Оригами куда-то едет к СМ-ке, видит, видимо, ищет проксю. Ну, пытается искать, правда, не там, немножечко не там. Он же видел, куда пробку пошла. Ну, мне кажется, он просто не заметил. Эй, это викинги. Ну, кстати, этот реактор можно выбить. Викинги. Тут циклончик викинги, я думаю, что-то такое нужно. Битвами дуака. Не, почему двами дуака? Он же, видишь, у него он поставил казармы на лобу, да, то есть это био будет. Циклончиков уже нельзя он, я думаю, что он видел роба, он не видел два роба. Это очень печально, к сожалению, для Терана. Заказ на степак, но боевой единиц совершенно нет. Кстати, вот я не могу понять, у тебя недалеко находятся пилоны, и еще заказывается призма. Для передроп чисто иммортал, как я понимаю, правильно? Еще и обсервера туда. Да, вот на призма обсервер для вижена, ну и так, чтобы был чист. Ну, кстати, это вот то... Прочитал, сейчас увидит, посмотри, сейчас увидит просто прокси этим медеваком, да. И просто посадит туда, чисто. Посадит пацанов, выбьет прокси, да и все. Ну, имморталы в панике пытаются добежать до прокси. Да. Жается минка, фу, засаживается. Вторая призма. Призма. Викинги. Беги. Хватай пацанов и беги.
Так закричала женщина. Да, это жестко, да. Ну, минус еще один сталкер, в минку, нормально. Да. Правда, проблемы сейчас будут на мейне, прям большие. Здесь только один таймчик, да, здесь только осталось передропать двоих иммортовов в призму. Две казармы на лобах, опа как. Интересно. И там, ну хотя там что, там 5 сталкеров плюс 2 иммортала. Иммортал это штрабл. Убить призму. Боже мой, минус призма. Призму. А пацанов кто будет бессмертных убивать? Да. Это жестко, это жестко. Конечно, вышел циклон. Циклон щелкнулся просто за секунду. Иммортлы все погибли, но как убивать сталкеров, пока непонятно. Да фокуси! Да, убили иммортала, 5 сталкеров осталось, это, конечно, правда. Пробок тем временем теряет у нас Теран, ну, Протос. Да, 9 пробок. Ну, там досчитай до 100, как минус говорят. Минус Викинг. С рабочим пытается отбиваться оригами, но это такое. Эти своими сверлами. Капывается минка, не успеет закопаться, Викинг сажается, просто стреляет из пулемета. Ну, рабочих надо уже отвезти, все, окей. Ну, 9 в 10, нормально, нормально. Кстати, да, неплохо изменялся, 22 на 12. И проблема главная в том, что дальше он колупает, чисто пытается расколупать Nexus. Слушай, да, кстати, пробки вон выезжают, здесь только один иммортус, в боевых единицах уже утерян готов стимпак. Просто обмазанная пехота наркотиками подбегает и начинает просто... Ой, рабочий наглый, ты посмотри, просто рабы на рабов! Понятные технологии у инопланетян. Они просто не любят рабочий класс. Танчик, танчик сижется, бах, минус сталкер, минус. Отлично, отлично. Ну сейчас будет призма потеряна, поэтому такое. Добить призму. Минус призма, все. Минус призма. Есть один морпех чисто с рабочим классом, прям как в 45-й, ё-моё. Минус викинг. Скорее даже в 43-й. Ай-яй-яй. Нет, все, есть еще пехота. Ну все, это GG. Правда, там морпехи не могут пройти. Ну все, убегает здесь Дримарт. Все, прекрасно. Здесь, кстати, еще пехота минусует Нексус Протосу. Это жестко. А денег нет на новый. GG. Никто не даст, потому что паспорта нету Протос. Да, да. Как это... Это как эстонцы, да? На патенье невозможно, мы вам физу не дадим. Денег нет, кстати, у Протоса. Дела не очень хорошо. Каковы шансы у Next Party? Минус бессмертный. Попадает он в Алдау свою. Поздравляем Терана, без ГГ, кстати. Ну, тут, конечно, он расстроился. Тут Hardpair спрашивает, каковы шансы у Next Party, как я понимаю, это у четвертой игры, у Мир Микитыча, с кем он там играет, сейчас скажу по счетику. Смотрим, да, Мир Микита играет с Коином, это у нас Теран. Ну, пока не знаю. Пока не знаю, да. Ну, Микитыч, он, конечно, тренируется там жестко, у него там свои Next Gen технологии, да, он познал свой протосовский дзен и... Зен познал его. Да, да, да. 4200. 4200 у нас Игнат. И... Сколько? Коэн, там мастер лига Коэн. Ой-ой, 4400. Не знаю, не знаю. Ну, посмотрим. Мирмикита, я так понимаю, что очень любит такую агрессивную игру под пуши какие-нибудь. Так, короли... Где? Один счет настилует оригами, сворачивает своего оппонента и выбрасывает. Не, скорее к себе на полочку, знаешь, там же они же сохраняют. И в кармашек, сворачивает бумажку в кармашек, еще один протосик. Главное, чтобы мы когда давали деньги, чтобы он их не сворачивал, как бы. Ну да, благо он нездоровый, не очень опасный. Хотя, я думаю, было бы приятно товарищу, там, какой-нибудь, там, не знаю, там, в Макдональдсе получить, там, 350 рублей в виде птички, слоника, там, и еще кого-то. Мил Хэппи Протос.
Да. Реклама МакДак, они должны просто запилить на карту сейчас 1000 руб. 0 коп. Давит, наверное, ребята карту. Я написал им, чтобы захостили. Но Сакар вылетел, поэтому maybe там... Ладно, я сам стану. Карта у нас автоматонка, да? Карта у нас идет автоматон, да, все правильно. Да, я как я понимаю, у Сакара выбило пробки чисто дома, и, к сожалению, он не сможет кастить дальше. Ой, я слышу это. Блым-блым. Включить это, блин, ну кто это? Наверное, Путин. Путина нельзя отключать. И меня, и всех. Проще сделать вот так вот. Всех пригласил. Беспокоить, да, сейчас. Оп, принимаю. Ой, как обидно в ТВТ слилось. Можно еще раз попробовать? Ну и может быть после игры предложишь и скажешь, ну да, отыграться. Ну да, давай еще раз. Так, я еще раз, да, все. Да, коин у нас. Так, ну вроде все готовы. Сейчас спросим про Сакара. Хех, я про это спрашивал давно, парни. А, ну окей. Ну да, но ты все видел сам. У него и нет оф. Окей, тогда поехали. Сейчас я запущу червяка, погоди. Все. Почему именно червяка? Ну так и прикольно, мне больше всего нравится этот. Все, привет. Угарный. Это жестко. Это да. Кстати, на автоматоне очень хорошо на блинки заходить. Кидаешь червяка в чат и блинкуешься? Это я тебе говорю тот, кто на кого так заходит. Здесь такая обширная зона просто, именно мейн для заблинка, для наварков и так далее. Представишь про игроков? Да, конечно, профессиональные игроки. В правом углу находится у нас профессиональный игрок из команды Advent Inspired Academy, который играет, конечно же, лучше, чем обычно Advent Team. Игрок Мирмикита, бирюзовый протос. Его оппонентом становится профессиональный игрок из команды Platoon с никнеймом Coin. Вот. Тоже как бы он хорошего мнения об Advent Inspired Academy, но он профессиональнее намного. И тоже играет, конечно, лучше, чем весь Advent Team. Ну, уже ML. Да, уже ML, уже можно. Тирана имба, да-да-да. А тем временем у нас умер Никита, интересный пиончик стоит от Рипера и ставится... Боже мой, я знаю этот интересный пиончик, смотри, там рядом с гейтом есть маленькая такая вот клеточка, да, туда залетает Рипер. Рядом будет стоять сталкер. Сталкер кидает бомбу, ой, вернее, Рипер кидает бомбу, сталкер сам залетает в эту клеточку и там остается дальше наедине с собой. Понял, да. Главное точку сбора поставить правильно, на самом деле, а то все сталкера будут тусоваться вон за гейтом и за пилоном. Да. Поставь, пожалуйста, я тебя прошу. Я просто жду, я хочу увидеть это, как он забросит именно туда сталкера. Я очень хочу это увидеть. Посмотрим. А, кстати, Рипера, походу, не будет. Не будет. Это через игра через Марика, кстати. Угу. Марик, у него какой-то доспех моднейший. Ну, это Next Gen технология тоже, как бы. Он, ну, скорее орковские какие-то технологии, он прям похож на орков. Да, которых он будет нокаутить на них. Там, это знаешь, чтобы лазер отчекрынивал, как бы, в сторону, когда в него сталкер будет стрелять, поэтому... Он в это верит, этот боец, во всяком случае, как минимум.
И нокаут, походу, кого-то еще на свой штык. Да-да-да. Либо он вот просто Мэд Макса подсмотрел немножко. Едет, пропустит спецтехнология, оп, попадает в капкан. Да-да-да. Собирать лут, получает экспириенс, левелап, и он уже мародер. Торстейн, расскажи-ка главную байку от тиранов. Правда ли, что под каждым хранилищем находится маленькая ядерная бомба? Как завещал Советский Союз. Ядерная бомба, это все-таки хранилище тиранов. Там более интересные есть. Пляшки всякие интересные. Контент 21+, там тоже есть? Для пацанов в казарме. Находится немножко в другом здании. Здесь его... Интересно, если в другом контейнере, если он в другом здании находится, в каком? В бункере? Я думаю, сразу там чисто обклеено все. Да, там именно 4 человека могут задержаться, так сказать. Правда, боюсь, для пятого там места нет. Он расстроился, что его не позвали на вписку. Есть грейд на аж, по-моему, 6 рыл. А, ну... Это, так сказать, уже прям это... Вписка на минималках. Давайте продолжим, если кто-то не хватит пацанам экстрима. Ой, ребят, пишет, экран не видно. Вот это я красава. Вот это я красава. Да, да, да. А тем временем, кстати, что у нас по игре? Протосы начинают через... Бьют через бараки. Это получается врыв. Импак щиты плюс один. Нет, плюс один не вижу. Нет, вижу. Да, это мародеры, мамарики. Щиты врыв. Ну ничего, подумаешь, ну 4 минуты пропустили, но ничего ж такого особо не было. Мы просто рофлили, сидели. 4 минуты просто разговаривали. Ну да, да. Любовались ребята счетиком, все нормально. А через что у нас играет теперь Никита? Он играет через Колоса. Ну, кстати, в принципе, более-менее... Да, то есть получается, он сам себе сделает фаталити, когда Колос будет пытаться отступать на мейн. Он не сможет отступить, к сожалению. Да. Не знаю, я на самом деле против этой застройки. Я считаю, что она вообще нафиг не нужна. Вот честно. Типа, да, прикольно, но да, но зачем? Типа, ну... Кстати, вот просто можно было расположить это, колосса, который пилил бы. Ну, я боюсь, ему клеток не хватит. Слишком большой. Тем временем Птерн делает выход. Достаточно большой, на самом деле. От этого можно и отлететь немножко. Если, конечно, успеет делать второй колосс. А видит ли, кстати, у нас Вермикита, что к нему идет дивизия? Ну, нет, информации никакой о дивизии нету, поэтому Коэн, собственно, идет. Но дивизии-то маловато, как бы. Пацаны, конечно, злые, но я боюсь, что с ними колосс очень хорошо разберется. Итак, контент до 21. Поехали. Выжигаем лазеры. Стимпак открывается. Ой, как же, здесь, походу, можно еще и... Сколько Николас? Это очень дорогой юнит сейчас. Сколько Николас? Да лучше бы добил бы тех двух сталкеров, было больше импакта. За Колосом бегать это такое себе. Братвы мало. В принципе, более-менее неплохо разменялся Терн, хотя он убил, получается, только, по-моему, 6 сталкеров. Нет, почему? Ты можешь открыть Shift-L. По потерям глянуть, и ты поймешь, что он был неправ. Да, все, я понял. 4 мародера, 16 смариков и 1 КСМ. Да-да-да. 4 сталкеров. Это, да. Да, это жестко. Контент, конечно. 1200, ну да, да-да. Здесь, получается, Протос в любом случае разменялся только в плюс. И зависает просто, у него раскрыт телевизор. Импариан Скай пишет, хранилище с сухариками. Сухариками, это... От сухариков можно... разжареть. Ну, посмотри на мародера, собственно, те ребята, которые переели сухариков, они, собственно, да. Да-да-да. Те, кто ел сухари, теперь мародеры. Прям под обсервером точка сбора утеряна у нас, а тем временем у нас идет врыв от Мирмикиты. Врыв довольно, кстати, очень неплохой. Добавлены центри, и сейчас можно просто разбулсовать армию Терана. Ну да, ну там два колоса просто объяснят, вот как в фильме «Война миров». Нет! Нет! Да!
Минус еще один мародер. Я думаю, он будет давить, наверное, в лоб прям, не будет заходить на третью. Да, ему, мне кажется, вообще без разницы. Тут чисто в Солянова, да? То есть, как бы, юнитов почти нету, коина. И ты посмотри просто, как там рабочие испепеляются. Боже мой. О боги. Минус 21. Четырех оставили, это в рабство. Это в рабство. Садим теперь вперед, кстати, на самом деле еще. Как же они нажигают жесть. Ну да, ему бы на самом деле, он здесь ошибку немного допускает. Ему надо было пробить колоссами чисто издалека, потому что дальность есть. Пробить тупо хранилище и пройти дальше, все. По поводу пробить, я тебе как-нибудь картинку скину, поймешь. Хорошо. Тема. Пытаются подбить здесь мародёров. Света музыка у нас у Терана. Ой, у Протоса. Но, боюсь, она смертельная. Да. И куда Микитыч идет? Ага, за радаркой. Минус сенсорка. Все, телевизора у пацанов уже не будет. Они понимают, что дело пахнет жареным. Война за выживание. Ну, 66 лимита на 37, это, ну, боевого, это, конечно, такое. Тут, да, мне кажется, да. Шансов никаких нету вообще у Коина. Абсолютно. И он просто сидит, чего ждет, не знаю. Пытается, конечно, отбиться пехоту, но проблема в том, что даже если ты зафокусишь двух сталкеров, как бы. Ой, двух колоссов, сталкеров-то дофига. Щиты, да. На самом деле больно бьют мародеры, но здесь слишком просто тупо больше пропуска. Да, его просто много. Сейчас, наверное, будет минус колосс, потому что ты будешь делать с двумя сталкерами. Это ты не один. Да, да. Дальше. Это Гегем. Чи-чи! На мародёре ли сухари с пивасом? Да. Ну что, Джи-Джи, попросим оппонентов, чтобы ты отыгрался? Или ты не хочешь? Можно, в принципе. Собака пойдёт. Что ждем? Что ответят товарищи? Я червя. Так, пока проставим счетик, разумеется, на Альфа-лиге. Итого счет 3-1 у нас. А, проставит у нас, конечно, Микитыч. Я забыл, что я не могу. Тут охотника запустил на Дискорд. Я там небольшой Дискорд-канал сделал. Ну, для своего капа. Угу. Ты отдельный Дискорд-канал сделал? Хорошо, это просто для капа. Вот. А он говорит, я тебе могу помочь. Я говорю, окей. В общем, я ему дал права. Угу. Ой, он же там... Нет, у него, конечно, максимализм огромный. Он сделал, значит, тоже роли... древних, короче, там что-то викингов и так далее, глиндерманы там и так далее, ну, ролей, какие-то таверны там. Мне кажется, что человек, если зайдет, он просто офигеет, что там на канале творится. Ну, давай, я зайду. Я уже все убрал это. Жалко. Завид, но там, конечно, жестко. Не, конечно, идея прикольная, но это... Так, а ты с Сергеем играл, да? Да. Написал ему в личку, пока молчит, конечно. Но... Нет, так нет, ничего страшного. Мне все равно собака идти. Угу. Он что-то не отвечает. Ну ладно, тогда. Ланик, тогда мы со всеми прощаемся тогда. Ребят, подписывайтесь на канал. Внизу все в описании. Да. Приходите еще. Вот, встретимся мы в следующий раз, я не знаю, когда.
Вот. На следующей неделе я стримить вообще не буду. Что будет стримить для тебя, Торстейн, будет все. Можешь стримить вообще везде-везде. Если позовут, посмотрим, если будет время. А так ты можешь без приглашения любой матч отстримить от Альфы. Как бы вообще... Ну хорошо, Мирмикитыч там он предлагает там аторку отстримить, где я, допустим, играю, я и стрим запускаю, и сам как бы играю. Ну хорошо. В общем, господа, всем пока. Всем до скорых встреч. Всем пока. Играйте в StarCraft. Всем пока. Угу. Торстыч, и тоже. И поменьше ешьте. Да, давай, Торстыч, мы с тобой тоже прощаемся. Давай. И, господа, на этом наш стримчик подошел к концу. Крутанем еще рекламку, дослушаем один трек, как обычно, и можем расходиться. Так что, господа, всем пока. Спасибо большое, что пришли. Всех безумно рад был видеть. Сорян за затуп. Ну и надеюсь, то, что вот эта фишка с рекламкой вам понравилась. Всем пока. If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tired of destiny. Where were you when my heart was on the ground? I thought time was